Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Роблокс. Сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор яйцефермы. И, насколько я понимаю, у нас сейчас должна рыснуться ракета, и через 50 секунд мы с вами прилетим. Но, для начала я хотел бы сказать, что в прошлом ролике я пообещал, что буду покупать донат-вещь вот этого петушка, где этот петушок, за 2000 робокса, если вы наберете 2000 лайков. Лайки вы набрали, но, друзья, я хочу вас немножечко расстроить, ну и немножечко порадовать, потому что этот петушок, вернее цыпленок, ничего не дает. Ребята из Дискорда сохранили мне немножко робоксы, потому что я бы все равно покупал бы его. Но вместо этого, ребята, я куплю VIP. Он хоть что-то дает, ребята, он хоть что-то нам дает, хоть какую-то пользу. Поэтому я обещал, что куплю, я покупаю. Цыпленка я покупать не буду, потому что он просто для красоты. А випочку мы с вами покупаем. Я свое обещание, как говорится, сдерживаю. Все, я купил випочку. И мы еще успеем с вами слетать и завалить босяру. После этого сегодня еще сделаем кучу всего интересного. Итак, босс, приветик, мы тебя сейчас убьем. Босса ослабили после обновления, он стал намного слабее. Но если вы его долго бьете, в конце он начинает злиться, и у него быстрее скиллы начинают вылетать. В общем, нужно быстро его постараться убить. У него было 1200 хп, сейчас у него 1000. Так, кто-то, я надеюсь, ребята умеют его убивать, потому что я не хочу его с... Ах ты, елки-палки, я допустил ошибку, боже мой, на этом боссе еще ни разу не умирал. Если я сейчас умру, ребята, это будет просто фиаско. Так, босяра, что сейчас будет за скилл? Ага, это у нас, так, все живые, хорошо, подходим и начинаем, продолжаем бить. Пол хп мы ему уже сняли, теперь босяра убивается довольно-таки просто. Так, видите, у него хп стало мало. Он начинает чаще использовать свои скиллы. Так, я достаю до него? Вроде бы достаю. Так, хорошо. Опять злится. Видите, как быстро у него используются скиллы? Не успеваем даже передохнуть, ребята. Так, 300 хп. Я думаю, быстро с вами добьем. Кстати, у меня, как видите, уже черные крылья мифические. Мне небольшой подгончик сделали друзья из Дискорда. Так, добиваем 200 хп, сейчас добьем, получим эпический ящик. И сегодня мы с вами будем открывать 3 еще мифические коробки. В общей сложности ценой получается за 22500 кристаллов. Это реально много. Так, босяру, ребята, добивайте босяру. Начал пускать эти ракеты. Так, и у него буквально все. Победили босяру. Получили коробочку. Что мы сегодня с вами делаем? Мы сегодня с вами купили випочку за 1000 робоксов. Ребята, 1000 робоксов, поэтому поддержите. Поставьте каждый, кто сейчас смотрит, лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Тем более у нас скоро, друзья, юбилей. Скоро на канале 100 тысяч. Итак, друзья, что мы делаем? Где моя ферма? Я потерялся. Вот моя ферма. Как видите, у меня 173 уровень. ХП вот этого цыпленка просто не исчезает. Я сейчас объясню, почему нужно делать сбросы. Вот эти ретайры... У этого вот зайчика, то есть нужно делать каждый раз сбросы. Я не могу сделать реверст, потому что нужно сначала сделать ретайры. Штук 8, наверное, или 10, я не знаю, сколько придется, потому что вы будете упираться в лимит убийства кур. Например, сейчас я эту курицу уже почти не убиваю. Босса, возможно, я убью 175-го, но это будет просто предел. У меня все персонажи прокачаны. Этого персонажа я могу еще прокачать 2 раза, то есть, но сильно ничего не изменится. У меня сейчас, видите, деньги в буковке О. Давайте мы не будем называть там эти цифры, потому что это, например, О, это у нас, что это у нас О? А, актилионы. Смотрите, у нас сейчас актилионы. А нам нужно купить следующего Микасу за 40 тысяч У. У у нас находится здесь О, через 2. То есть мы даже не сможем на это насобирать, ребята, просто не сможем. Поэтому приходится нам немного усиливаться, чтобы усиливать нашего персонажа. Да ёлки, где моя ферма? Нам нужно делать сбросы, получать черные яйца и прокачивать вот эти вот черные яички, с помощью которых мы сможем становиться сильнее и, скажем так, подниматься выше. То есть после следующего сброса я смогу поднять, например, 190 уровень. Потом после еще одного я еще там выше смогу на следующий раз. То есть нужно все делать постепенно. Поэтому сегодня мы делаем с вами еще один сброс. Также мы сейчас с вами откроем боксы. У меня 13 тысяч кристаллов, но у меня есть еще, смотрите... палочку мы продадим сейчас, вот эту вот. Что мы продадим? Тут у нас все продано. Откроем пару паков. Вот, например, простой, красненький. Давайте пропустим. Так, зеленый меч. Еще один пак откроем. Так, у меня уже один черный в виде есть. Это 7500 кристаллов. Спасибо ребятам из Дискорда еще раз. Откроем белый пак. Пропустим все это дело. Так, у нас одни белые вещи попадаются. Мы это все продаем. Молоточек продаем.
эту штуку продаем, и не хватает кристаллов. Но у нас есть вот такой щит, мне тоже его подарили. Одеваю, это щит у нас Капитана Америки. Если смотрели фильм «Война бесконечности», то знаете. Но он мне не подходит, он дает откаты не тех скиллов, которые мне нужны. Мне нравится именно молоток, поэтому щит мы с вами будем продавать. Итого у нас с вами теперь есть 15 тысяч кристаллов. Мы купим с вами еще две коробки. Так, одну мы с вами уже открываем. И что мы получим с вами? Опять Банхаммер. Шури Гаунлетс. Ребята, мы получили с вами, смотрите кого. Вот такие крутые, смотрите. Обалдеть. Вот. А, это из фильма «Черные пантеры», ребят. Вот эти вот перчатки Шури. Если помните, смотрели, думаю, так. Что у нас еще есть? У нас еще 15 тысяч кристаллов. Хотя, нет, я все-таки не буду открывать, потому что мы уже ничего не можем получить, кроме черных вещей. Там мы можем всего лишь получить оружие, которое у меня есть. И у меня есть уже, смотрите, есть вот такие вот крылышки черненькие. Они тоже дают нам сколько? Плюс 6 атаки в секунду. Теперь моя максимальная атака в секунду. Я могу разгоняться до 16. Смотрите, в прошлый раз было до 11, теперь до 16. Так, давайте разгоняемся. 13, 14, 15. Видите, до 16. До 16 разгоняюсь. И курица почти не умирает. Ее просто нереально уничтожить, ребят. Это просто какая-то жесть. Поэтому что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас делаем сброс и открываем 28 черных яиц. Ребята, 28. В прошлый раз у нас было 6, теперь у нас 28. Я делаю сброс и теряю все полностью. Так, еще, кстати, нам бонусом дадут яйца. Так, посмотрим, сколько нам дали яиц. И мы все теряем. 173 левел, до свидания. А за 500 вернется 4 яйца за 500 кристаллов. Ну давайте, я не знаю, что это такое. 32 яйца, ребята, 32 яйца черных у нас есть. И надеюсь, у нас остались открытые черные яйца, потому что... Так, стоп, это же не моя, это не моя территория, или моя? Нет, не моя. Так, 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 где моя территория? Я уже потерялся, ребята. Так, вакантная, вакантная. А, нам нужно занять территорию, получается. Ну-ка, давайте занимаем территорию. А черные яйца тоже все сбросились? В смысле? А где мои черные яйца, ребят? А почему черные яйца сбросились? То есть они тоже будут сбрасываться? Это моя территория? Да. У меня должно было открыто 2 черных яйца. Где они делись, ребят? Где они делись? Или мне вернулись? А, мне вернулись те яйца, которые я потратил. 5 яиц я потратил, и они мне, получается, вернулись. Ну, слава богу. Слава богу, они возвращаются. Давайте вскрывать будем яйца теперь изнаново. 32 яйца. Ну-ка, поехали. Что это у нас такое? Какое-то яичко. Что дает нам? Плюс 2% дэмэджа. Трофи хаусес. Не знаю, что это такое. Давайте еще откроем. Давайте по кругу. 2 яичка. О боже, какая-то бочка с оружием. Что такое? На 1%. На 1% дешевле фермеры. То есть прокачка фермеров на 1% дешевле. Ну, такое себе. Давайте 4 яйца. Это что такое? Плюс 1 секунда. Плюс 1 секунда к жизни боссу. Ну, тоже странно. Мне нужно что-то на урон, ребята. Мне нужно что-то на урон. 8 яиц. Обалдеть. Что это будет такое? Какая-то сундучок. Плюс 2 секунды treasure hunt. Ой, это вообще бесполезно. Сколько следующий? 16. Божечки мой. Ну, давайте откроем. И что у нас получается? Плюс 2 секунды торнадо. Ребята, на самом деле очень все плохо у нас. Очень плохие скиллы. Но мы с вами сколько открыли? Раз, два, три, четыре и пять. 5 яиц открыли. И у нас все бесполезные штуки. Надеюсь, после следующего сброса у нас будет что-то интересное. Так, давайте мы немножко побиваем цыплят. Ребята, я оставлю, наверное, кристаллы. Потому что говорят, что будет еще один новый сундук. Потому что в этом сундуке я уже вытащил все. У нас есть хорошее оружие. У нас есть хорошие крылья. Другого, в принципе, здесь быть не можем. То есть здесь крылья и оружие. Боже, как быстро умерла курочка эта. Смотрите. Обалдеть. Вот это их быстро сейчас... Откуда у меня криты? Откуда только что были, ребят, криты? То есть мне добавились криты какие-то? Или я сильнее стал бить? Или что? Я не пойму сейчас, почему я бью по 2, а должен быть по 1. Давайте переключим. Так, сколько у нас? 10 яичек уже есть. Отлично. Нанимаем нашего первого, как его зовут, на мастер Паймей.
Давай, 20 яичек ты стоишь. Друзья, ну вот, в общем, для чего нужно делать сбросы. Сейчас у меня уже второй сброс. До реберста мне еще пока что далеко. Мы с вами, скорее всего, будем это делать. Кстати, я купил сегодня, если помните, випочку за 1000 робоксов. Так, что она дает, кстати? На 20% больше яиц, плюс 100 алмазов каждый день. Каждый день одна коробочка онкомоновская. Откат абилити в офлайне и уникальный цвет чата. Давайте один напишем. Ага, у меня нет ничего уникального. Возможно, нужно будет перезайти, чтобы появился уникальный цвет чата. Ну ладно, в общем, купили випочку сегодня, сделали еще один сброс, потратили 32 черных яйца. Фух, 32 черных яйца. Я думал, кстати, выпадет что-то крутое. На самом деле, я думал, выпадет какой-то крит, либо двойной урон, либо что-то еще. Эй, а где мои алмазы? Ему насыпали алмазы. А вот и мои алмазы. Так, алмазы нужно собирать, думаю, всегда. Собираем алмазы. В общем, серия сегодня по курочкам у нас вышла очень насыщенная, ребят. Просто обалденная. Так, давайте все заберем и наймем первого нашего бойца. Теперь будем заново все прокачивать. Но если получается, мы стали сильнее с каждым разом. Так, наневаем мастер П. То мы будем. Нам будет легче дойти выше по уровню. Ну, посмотрим, как будет. Смогу ли я подняться выше, чем 173 уровень на следующем сбросе? Мы с вами это будем все дело проверять. Так, давайте я еще один уровень подниму курочкам. Отлично, отлично. Так, уровень поднят. Я, кстати, бью их. Поскольку я бью уже их? По 5. У мастер ПМ я могу что прокачать? Ничего не могу прокачивать. В общем, развиваемся заново. Грубо говоря, мы сделали еще один реберст. Хотя до реберста нам еще и не пахнет. После реберста мы получаем золотое яйцо. До них нам еще копить, ребята, и копить. Я хочу вот эти яйца купить. Это у нас... видите, получается, здесь уже написано. Здесь написано, что мы получаем. Здесь, получается, уже выбираем. Если здесь рандом, то там мы уже будем выбирать. Но, увы, пока нам еще рано. Кстати, в прошлом видео я рассказывал, что у нас вышло обновление. Можно помогать друзьям, то есть можно 30% заработка отдавать им. Также можете помогать друзьям, пойти побить их мобов. Но вы бьетесь силой именно с их силой, а не со своей. Если человек сильнее вас, вы не можете помочь ему. Вот такие дела. На сегодня все. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Робзик. И всем покедова!